Привет, меня зовут Вадик Романцов, и сегодня я научу вас делать базовый трюк на скейтборде Олли, то есть прыжок. Без него, я думаю, вряд ли что-то может еще получиться, потому что это первый трюк, который вы должны научиться вообще, в принципе. Для того, чтобы научиться делать Олли, вам надо поставить заднюю ногу на край скейтборда, чтобы носок не выпирал, четко стоял на кончике доски. Переднюю ногу вам надо поставить примерно чуть дальше середины доски. Для того, чтобы вообще подпрыгнуть и оторваться от земли, вам надо сделать резкий щелчок, то есть быстро очень надавить на тейл. Второй ногой надо сделать вытяжку, то есть протянуть ногу ближе к ноузу. То есть будет получаться вот так. Щелчок, вытяжка. За счет этого у вас получится немного оторваться от земли. Постепенно вы будете отрываться все больше и больше. Это базовый трюк, и с него все начинается. Не забывайте улыбаться, кататься и жить в кайф.